Zero, six, nine, eight, five. Look my channel and subscribe. Mini video series 8. Recommended is 5 years. Number 8833. Как я угадал, вроде бы здесь фея. Волшебная фея, которая все исполняет желания людей. Так. А, я забыл сказать. Да, здесь фея. Но пока я не забыл, вернусь к видео Санта. Мне не понравилось то, что Санту сделали на сентябрь. Могли бы сделать эту 8-ю серию, как бы на когда зима, как бы к декабрю. Вот это мне очень не понравилось, потому что Санта это к Новому году относится, но это они уже так сами сделали. Но просто говорю свое мнение, что мне это не понравилось. Дальше одеваем юбочку, так скажем. Так, оденем. Так, надо стянуть, чтобы хорошо ставилась она. Так. 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 Сзади. И вот так. А, не вставилось. Только это еще нельзя и порвать, а то уже все будет. Так. Ну, articulation вы знаете у всех минифигурсов, я больше говорить не буду. She has one face. Так. Ой, я забыла одеть ее крылья, как у бабочки. Это, скажем, как бы бабочка-фея, потому что похоже крылья на бабочки. Вот. Одеваем. У меня теперь фея есть, она может исполнить мои желания. Ну, жалко, что она не исполняет. Вот. Чёстка такая. И ее волшебная палочка со звездой. Я исполняю все желания. Появись, Санта! И он появился. Ну, конечно, я так поставил. А так было бы хорошо. Ну и на этом все. Это был я, с вами Зоро. Подпишитесь, это не трудно. Прокомментируйте видео, если хотите. Поставьте пальцы. И на этом все.